На сегодняшний день на канале одновременно проходятся целых три игры от Square. Это Chrono Cross, Final Fantasy 15 и Final Fantasy 6. Полагаю, это настоящий рай для любителей JRPG. Кто-то не согласен? Тогда добавлю, что каждая из этих игр проходится на 100%. Теперь убедил? Отлично. Можем продолжать. Сегодня у нас с вами 30-я часть прохождения Chrono Cross. Великолепной игры с просто потрясающей картинкой и графикой для того времени и платформы, на которую она выходила. Игра, которая может влюбить в себя. И знаете, уже ни одного вечера мне не проходит так, чтобы засыпая я не подумал о Chrono Cross. Мы с вами добыли на болотах Гидры, друзья, искру жизни. И как помним, она нужна нам здесь, в особняке Вайпера. Поэтому я прошел через тенистый лес. Посмотрел, нет ли там чего-то нового, пока нет. Вхожу сюда сегодня через колодец. Так. Выключатель на подлокотнике, да, нажимаем. И поднимаемся на второй этаж. Обычного диалога не активируется, но если мы с вами выберем искру жизни, то из воды показывается очень милый персонаж, которого зовут Неофио. Ух ты! Привет! Я Неофио. А значит, вы мой хозяин. Приятно познакомиться. Неофио присоединился к команде. Я специально пришел сюда с Лучией, потому что она занималась взращиванием Неофио, однако она ничего не говорит в момент его присоединения. Хочется его взять, и мы сейчас так и сделаем. Давайте лишь, друзья, снимем сначала все с Лучии. Он, кстати, зеленый. Это значит, что он может нам быть полезным на болотах Гидры. Так вот. Возьмите меня с собой. Давайте попробуем зайти и выйти. Будет ли он там же? Здесь же. Возьмите меня как-нибудь с собой. Даже вот поменялся диалог немножко. Я обошел всю карту, все локации, друзья, города. Ничего пока не нашел того, что нужно вам показывать. Это значит, что наш путь сейчас будет лежать к месту, где ангелы сбиваются пути и где поток времени раздваивается. На пляж Апаса, во временную червоточину, которая поможет нам попасть во второй мир. Как же мне нравится фантазия японских разработчиков. В каждой из своих игр, из своих творений, они выдумывают вот нечто такое интересное, изысканное. Это здорово. Так. Лучия. Я хотел с тебя все поснимать. А теперь думаю, если он зеленый, зеленых элементов у нас вдоволь. Может и не стоит. Может хватит для того, чтобы его экипировать. Давайте посмотрим. Так. Сначала, конечно, познакомимся с этим милым героем. Он как будто сошел с экрана сериала «Покемоны». Помню, как я его с удовольствием смотрел с первой серии.
когда еще по ТВ его показывали. Цветочный ребенок. Возраст 5. Же это, я так полагаю, девочка. Родилась в поместье Вайпера. Рост 4, вес 44 фунта. Сложение неопределенное. Правша. Так. Ну вот такая прямо она милыми глазками смотрит, моргает. Может быть, в бою она окажется грозной, но здесь просто нежный маленький цветочек. Посмотрите на ее рукава. Классно, друзья. Не знаю, подружка Виви просто из Final Fantasy 9. Так, надо теперь посмотреть, что у нее экипировано. Бронзовая перчатка. Бронзовая кольчуга. Так, что у нас тут по аксессуарам? Давайте бронзовый шлем. Она у нас такая из бронзы. И быстро расставим ей элементы. У нее уже есть ее элемент. Бах-бах-бах. Сюда же надо поставить. Так, куст-убийцу. Сюда остальные зеленые элементы. Нужно определенную систему, я думаю, элементов сделать при выстраивании, чтобы легче было ориентироваться. То есть, если у нее зеленая стихия, то вначале в первые ячейки всегда ставить ее зеленые элементы. Вот, аэроблюдца. А сюда куст громадина. Так, ну теперь, конечно же, магма-бомба для всех. Она у нас активно юзается, отлично юзается. Если есть метеорит, сейчас поставим метеорит. Белый элемент. Да, один еще есть. Хорошо себя он показывает. И сюда что-то желтое. Вот так. Так, здесь можно зеленое лечение сделать. А, у нас зеленое лечение второго уровня. Так. Может быть, что-то. Так, а давайте мы, знаете, как сделаем вообще, может быть. Ну, в общем, много вариантов. Я сейчас в голове проворачиваю, думаю, ладно, пока подумаю. Временно снижает попадание врага. Вот какая штука. Глаз летучей мыши. Классная штука, я вам скажу. Одеваем. Очень ему подходит. Четвертую ячейку. Он прям такой кислотно-зелено-крутой. Поднятие еще есть. Фотон-луч. Да, давайте фотон-луч поставим тоже. А сюда... Есть у нас превр желтый, чтобы делать ребят желтыми и потом зеленым эффективней. Красный есть, синий есть. Желтого нет. Ладно. Пусть будет обычная таблетка пока. Ну и, конечно же, нужно его прокачать. Ее. Друзья, не его. Ее. Как... посоветовала Мику Мику. Она вообще очень много ценных и важных советов дает. Я не перестану благодарить тебя за это, действительно. Спасибо. Надо посещать все места, где мы взяли персонажей в другом мире. Но давайте еще посетим место, где мы взяли ее в этом мире. Конечно, это нам может ничего не даст, но проверить. И сейчас мы с вами перейдем в другой мир и сразу же поведем Лину, Моджо в деревне Арни к их местам, затем Грека
поведем в термину, ну и так далее. Не знаю, пустят ли нас в другом мире в особняк. Если да, то и лучи сюда надо будет сводить. Кстати, вот вспомнил еще о поваре, что у нас есть повар. Ну, не повар, там повар на кухне. А, в общем, его помощник из кухни, который проник. Так, тут ничего. Туда, куда ему, собственно, не следует проникать. Давайте быстро спустимся в подвал, посмотрим, сейчас его там нет. А дальше нам предстоит поход на болото Гидр для спасения нашей подружки Кит. Но сперва все остальные локации, конечно же. А потом туда. Если бы я точно еще запомнил расположение всех комнат. Это казарма. Тут единичные драгуны. Драгуны с ударением на У. Как и надо. Так, ну-ка, с тобой об этом нельзя поговорить. Он говорит просто, куда делся этот лодырь. Лодыря мы видели. Классно, что на канале, так знаете, игры от Square из разных эпох идут. Final Fantasy 6 это до 2000 года, Chrono Cross 2000 и Final Fantasy 15, можно сказать, наших дней. Вот, ребят, обязательно смотрите все, не забывайте хотя бы большим пальцем их поддерживать. Еще очень много интересного. Так, отсюда мы не можем сейчас попасть туда. Я думал, что сможем. Ты здесь? Да, я думаю, мне стоит почаще выходить наружу и собирать материал для исследований. Так, ну ладно, нету этого дядьки с кухни здесь. Думал, зайдя оттуда, мы его, может, встретим? Нет. Сейчас нет. И этот товарищ пока не отошел. О, надо пойти получить предсказание в термине. На Нео Фио, точно. Эх, день-то какой погожий, птички поют. Тут самое время расстелить покрывало и пикник устроить. А мы решаем отправиться в другой мир. В принципе, тоже интересное побуждение. Так, ну ты портрет сначала нарисуй. Да нет, Сержа уже очень много. Каля-маля. Ну такая интересная каля-маля. Во, готово. Кто же ты такой? Да-да-да, хочу, чтобы мне погадали, и сегодня это Нео Фио. Родилась ли ты, потому что так захотел Бог? Или это была просто случайность? Непостижимо. В любом случае, дорожи своей жизнью.
Хорошо, так и будем делать. Друзья, там на болотах лежит еще у нас семя в сундуке, расходный материал. А можно продавать вот эти материалы где-то? Потому что я не нашел. Так, это не то. И это не то. Где они вообще находятся у нас? Здесь их можно найти? Да, вот здесь их можно увидеть. Вот эти вот. Где бы их продать? Потому что продавать можно отдельно элементы, экипировку. А вот эти вещи я так и не нашел, где продавать. Идем посражаться, потому что надо повысить Неофио уровень перед тем, как мы отправимся. Ну, давайте начнем с этого, посмотрим, это ей качнет вообще левел, нет? Сто семь всего жизни сейчас маловато. Блин, у меня сейчас такое выражение лица, как у Калкабрины Final Fantasy 4. Да, повысила, кстати, уровень. И яд еще схватила. Так, тут, наверное, даже на всякий случай можно сохраниться. Сейчас, если три будет, она у нас еще девочка маленькая. Ну, они желтенькие, она зелененькая, и у нее есть специальная атака. Серж, прекрати так себя вести. Думаешь, я не вижу, пока комментирую? Нет-нет, давайте сначала Грека. Ну, атаки совсем слабенькие. Вытесняют желтыми элементами. Я хотел наоборот заполнить, так что глаз лет мышь пока не буду делать. Точнее, не буду делать вот ее специальную бах-бах-бах. А глаз лет мышь самое время сделать на тебя. Так, снизили ему шанс попаданий. Похоже, у нас глаз лет мышь как пассивная аура сейчас стоит. Ох-ох, Серж. Нужна помощь. Немедленно. Ну давайте посмотрим на бах-бах-бах на двоих. Закидала семенами, но слабенько, очень слабенько, друзья. Почему? Не ясно. Они желтые, всего по 4 урона. Слушайте. Вы там что, с похмелья все? Никогда столько промахов не было. Неужели рандом поставил и им промах? А, ну это там же глаз лет мыши есть, да.
убийцы. Ну да, слабовато. Может, потому что она совсем не прокачана еще. Или она не маг вовсе. Но и уникальная способность, я думал, все-таки посильнее будет. Ладно, лупим Сержем, он много им довольно урона наносит физическими атаками. Хоть бы раз промахнулась для приличия. Так, ну дотопчи там ее уже. Долго с ними приходится возиться. Повысилась. Окей. Ну тогда еще проведем сражение. С тобой не будем. О, а вот с тобой будем. Зеленый. Дай ему тогда толчок. Повышение. Давай, Грека, не дай ему походить. Так, пацаны, я не знаю, на вас там в начале части никто дебаф не делал? Что с вами происходит сегодня? Вы начнете попадать? Не было такого никогда. А ну тройкой дай. Хоть за это спасибо. А ты? Вот так бы и сразу. Так, ну вот и все. Повышения больше нет. А вот это вот семя нужно как-то взять. Так, с этой стороны можем применить? Отлично. Представьте, как интересно, что там, в углу материка, на пляже, есть эта временная червоточина. Это все очень интересно, друзья. Может быть, при активации амулета она тоже имеет такую сильную гравитацию, что даже свет через нее пройти не может. В том числе... Все, что движется со скоростью света, в том числе сам свет. Пляж Апасса.
«Где ангелы сбились с пути», — говорит Неофио. «Место, где течение времени разделилось надвое». «Ну, что теперь, амиго?» Здесь, кстати, разные персонажи говорят разные реплики. Я сейчас попробую их поменять и еще раз зайти. Так, ну, любых пока берем. Нет, когда раз заходишь, то уже нет. Но мы с вами можем загрузиться и поменять их сейчас, до первого входа. Вам ведь интересно узнать, что говорит каждый? Ники и Корча. Клёво. Значит, вот он, пляж Апасса, где ангелы сбиваются с пути. Интересно, правда ли, что течение времени здесь разделилось надвое? Ну, Серж, что теперь? Хм, получается, первый персонаж говорит об ангелах, а второй о том, что теперь. А что если вот, давайте попробуем поставить первого сейчас тебя. Изменит ли это что-то? Нет, не меняет все-таки. Она начинает все. Значит, последовательность персонажа не влияет. Хорошо. Теперь вот так. Пошел, думаю, скажет что-то интересное и прикольное. Где ангелы сбились с пути, место, где течение времени разделилось надвое. Эй, Серж, что теперь будем делать? Ну да, в принципе, говорят идентичное, так что, друзья, идем. Я думал, они просто все совершенно разные вещи будут говорить. Вот, мы находим это место. Что это? Это на что-то реагирует? Это червоточина между измерениями, которая соединяет два мира. Поговорить с ними мы не можем. Астральный амулет. Тот самый, что мы получили от Кит. Происходит невероятное. Использовав этот амулет, Серж и его товарищи совершают прыжок через время и пространство и попадают во второй мир. Я чувствую, как мое тело делится надвое. Очень странное чувство. Ну, теперь мы в том другом мире. Все-таки в это трудно поверить. Это уж точно. Ну, и путешествие между мирами нам теперь открывается. Мы можем туда-сюда, друзья, с вами путешествовать. Так и будем делать. Давайте начнем. Да даже давайте зайдем сюда сначала. Да, здесь эти противники. Думаю, что и тот парень останется рыбаком в деревне Арни, а не будет больше молиться Моджо. А девушка в баре сочинять стихи, вместо того, чтобы разочароваться в этом. Итак, вы в Арне. Что привело вас в эту тихую прибрежную деревушку? А, это ты, Серж. Ни за что не приближайся к болотам Гидры на востоке отсюда. Я не хочу, чтобы ты столкнулся с Гидрой, с этими злыми гномами. У меня зеленый звон с болота Гидры, ты представляешь?
Эй, Серж, я слышала, ты сегодня утром отшил Лину. Честно говоря, не ожидала от тебя такого. Это было довольно смело с твоей стороны. Похоже, ты показал, кто здесь мужчина, а? Так, ну да. Тут тот же самый диалог, и я подумал о том, что надо бы взять Лину в группу и подойти к месту, где Лина. Вот интересно. Мне очень нравится, что у нее черная ленточка на голове. Она не смотрится траурно. Она смотрится как-то красиво. Ну что? Первая дверь при входе в деревню — это местный бар. И Гумина, Гумина, Гумина. Она такая милашка. Эта танцовщица Микки просто улет. Да, тут... все так же, друзья. Ух ты, Серж, не говори про это бабушке. Да нет, нет, не собираюсь. Пацаны, смотрите, у меня большое яйцо. Ну, в смысле, есть. И зеленый звон. Так, вкуснятина. Ча-ча-ча, полезный ча-ча-ча. Почему бы тебе не испробовать? Все это мы видели. Есть еще один я, который бросил писать поэмы? Это здорово, Серж. Я и не знал, что ты склонен к романтике. Тогда знаешь, думаю, я дам другому я это. Это собрание всех моих поэм. Хи-хи. Вот дай-ка я подпишу на обложке и... вот ты где, Серж. Давай, возьми это. Стыдно же. Ладно, передавай привет моему другому я. Серж получил книгу со стихами. Люди склонны к тому, чтобы идти длинным путем по жизни, но я уверен, это гораздо лучше, чем слепо идти напролом. Виртуозила склонен к тому, чтобы идти долгим путем в прохождениях. Это гораздо лучше, чем слепо идти напролом, пропуская всякие интересные вещи и не радуя вас такими прохождениями. Я не думаю, что в жизни есть что-нибудь бесполезное. Мы просто думаем так, потому что жизнь коротка. Я не думаю, что в играх есть что-то бесполезное, друзья. Все это интересно. Мы получили... с вами сборник поэм без названия, похоже на дешевую книгу ручной работы с простыми узорными знаками. По-моему, они не знают, что такое дешевые книги. Книга, кстати, отличная. То чувство, когда у вас книги, знаете, из какой-то элитной коллекции классиков, выглядят как дешевые книги в Хронокросс. Давайте сейчас попробуем ей же здесь ее отдать. Это коллекция всей моей работы. Я никому еще это не показывала. Ну же, убери это, стыдно же. Передавай привет моему другому я. Хорошо, что мы показали это ей. Она говорит, это просто бочка, наверное. До того, как отдали. Так, ты, дядька, показать тебе сборник поэм? Ты не лирик. Тебе это не зайдет. Здесь ничего нет. Писем нет. Там ничего нет. Писем нет. Там ничего нет. Писем нет. И меня сейчас поймут те, кто смотрел прохождение Черного зеркала 1 на канале. Но если вы еще не посмотрели этот квест, друзья, то с первой по последнюю части, третьей части Черного зеркала, пожалуйста, но ну такой квест не посмотреть, ну как... Да, да, да. Ничего нового. Не интересуюсь. Не зря зашли в бар. Книгу получили. Где ты это взял? Сборник поэм? Мне это нужно было? Не нужно было? Не расстраивай меня так, Серж. Это сборник поэм, не ключ к ее сердцу. Ну почему же? Там можно немножко переделать, если у тебя есть какая-то минимальная смекалка. Переиграть. Оно там написано для парней. Сделать, чтобы оно стало для девушек. И все.
помню, как один знакомый просил меня помочь в написании стиха для его... Не для его, а для девушки, которая ему нравилась. Он хотел произвести на нее впечатление. Я ему говорил, что ну возьми уже готовое, немножечко измени. Ну как-то, если фантазии не хватает. Но вот у него, к сожалению, даже это не получилось. Но я тогда ему помог, да. Он такой довольный был. Так, значит... Ага. Да. Все тоже. К тому дядьке, к рыбаку, давайте зайдем к Смоджу. Да хорош уже, слушай. Завел свою шарманку опять. Я все помню с первого раза. Да, прощаю, не делай так больше, пожалуйста. Не читаю, друзья, потому что когда вижу, что то, что мы уже читали, то не читаю. Ну, пройдем на место, где мы встретились с Линой. И вот, друзья, Лина смотрит на Лину. Эй, эта девушка выглядит как я. Ха-ха, удивлена? Да, за всем этим кроется что-то серьезное. Пусть Серж тебе объяснит. Разумеется, когда все закончится. Ух ты, это довольно странно. Я не знаю, что происходит, но желаю удачи. Ты нашел? Оставь это мне. О, что это, сборник поэм? Ну? Ну где, друзья, вы видели в каком-то прохождении, что кто-то подходил и давал здесь Лине сборник поэм? А здесь разработчики даже диалог вшили. Так, диалог общий все-таки для всего. Так что ничего уникального я, собственно, не показал вам. И тем не менее, хороший хребет. У тебя плохой, Лина, я хотел дать тебе хороший. У моей-то Лины, которая со мной, хороший, а у тебя вот не очень. Так, давай я тебе тоже попробую поэмы показать. Что мы еще? Мы еще можем посетить наш родной дом. Надеюсь, маму мы там застанем. Также дом Лины. Вот так вот, друзья, может быть. Лина смотрит из своего собственного дома, как Лина стоит на причале. Представьте, в голове у нее просто взрыв мозга. Милая женщина, ты любишь сборник поэм? О, Лина, постой, ты не Лина, но ты так на нее похожа. Я бы не удивилась, если бы ты оказалась ее близнецом. В мире столько чудес. Рррр. Да я тоже Лина, но это трудно объяснить. Не ломай голову, бабушка, я уверена, Серж когда-нибудь все объяснит. Серж настолько окунул всех в водоворот событий. Да, ему предстоит многое объяснить. Раньше ты ревел и убегал от одного только вида кошки, помнишь? Когда ты был совсем маленький, на тебя напал демон пантеры. Полагаю, у тебя осталась эмоциональная травма. Но это хорошо, что ты смог пережить этот страх. Девушки могут подумать, что ты трусишка, убегающая от кошек. Да, девушки что угодно могут подумать. Но не стоит парням особо над этим заморачиваться, лучше делами показывать, каков ты на самом деле. И что бы там они ни думали, то они всегда поймут, если твои дела будут говорить впереди тебя. Итак,
Мы приходим в дом, тут наша мама. Тогда будь последовательным и дай ей знать о твоих чувствах, понял? Завтра будет новый день, кто знает, что может случиться завтра. Никакие игры других разработчиков, вот, кроме как игры от Square, не дарят такой душевной гармонии, когда ты путешествуешь по родным локациям героев, заходишь в родной дом, например, в дом в Legend of Mana зайти. Ну, друзья, ну аж ну как приятно так становится на сердце, согласитесь. Хочется пребывать в нем. Порой, даже когда все в реальной жизни сложно, приятнее, чем в доме в реальной жизни. Вот это здорово. Обязательно проходите игры от Square, особенно тех лет, чтобы познать эти чувства. И музыка здесь играет не последнюю роль в этом всем. Ну а здесь у нас тот же старейшина. Радиус. О, Серж, как дела? Почему бы тебе не послушать мою лекцию? Не-не-не-не, в другой раз. Мне было важно мнение старейшины о сборнике поэм. Ну ладно, пошел, пошушу. Как написала подписчица Юлия, пошел же девочка. Я сейчас занята. Немного. Может, в другой лаз. Нужно это помнить. Лина все еще злится на тебя? Хе-хе. Так, ну я думаю, что у вас все то же самое. Искусный, сведущий, заботливый. Вот так, так, дядька. Ты тут как? Эй, мое имя Тома 14. Люди обычно добавляют великий путешественник в начале моего имени. Я просто искал повсюду сокровища. Знаешь, у меня есть шестое чувство. Эй, я не занимался садоводством. Я действительно искал сокровища. Не появилось тут ничего с предметов. Прошли этот путь в поисках легендарных сокровищ, но наши сбережения на исходе. Как только я закончу здесь уборку, мне надо будет сделать работу по двору. Мы должны сделать что-нибудь, чтобы покрыть наши расходы. Если бы я знал, что так произойдет, я бы не стал так упрашивать сэра Тома искать сокровища на континенте Зинана. Так, сейчас я возьму Моджа, посещу моряка, и мы с вами пойдем отдавать книгу поэтессе в другом мире. Может, какой-то крутой итем получим. Так, а здесь сейчас нету той штуки, которая есть в том мире. Что у тебя по элементам? Вкусненькое есть что-то? Все ясно. Понятно, понятно. Вот смотрите, друзья, да, сел. Как бы в аксессуарах нет тех расходников. Нету их, как их продать? Так. Моджо, я говорил Ходжо, да? Почему-то мне в голове Ходжо, Моджо. Все они вышли из-под пера Square, так что нормально. Рыбачишь? Что? Другой я? И он не был рыбаком?
И ты действительно встречался с этим парнем? Ты, наверное, шутишь. Мне это кажется неправдоподобным. Другой я живет другой жизнью. Понятно. Так ты показал ему мой амулет из зуба акулы. Мне совсем не интересно знать, чем занимался я в другом мире. Но если серьезно, спасибо, Серж. Я избавился от навязчивой идеи. Так, погоди-ка ты. Отреагируй на сборник поэм. Нет? Так. Еще раз надо будет попробовать в том мире дать ему этот амулет. Идем отдавать книгу со стихами. Мыс Вой. Можно было на противоположном конце континента сделать мыс Ной. Ной, Вой. И было бы так. Тут можно всякий раз видеть эту заставку. А можно, я так понимаю, ее скипать. Я вот сейчас нажал. Проверить. Определить, в каком мы мире, кстати, можно по музыке на карте мира. Так. Привет, я тебя здесь раньше не видела. Ты из Термины? Ну и как там дела? Держу пари, все ждут фестиваля Вайпера. Что, мои стихи? О чем ты? Я забросила их давным-давно. Значит, все это мы читали. Но теперь у нас есть книжка. Надеюсь, в этой книжке никто ничего не может дописать, если мы пойдем и предложим ее всем в Термине. Они допишут туда секретный стих. Она, получив ее со секретным стихом, даст нам секретный массовый скилл на всех троих, который можно юзать только в партии с Корчей и, например, Лучей. Думаю, нет. Поэтому сборник поэм. Что это? На ней надпись «Довольно потрепанная книга». Здесь что-то написано на обложке. Послание от автора? Так, посмотрим. Ты найдешь надежду среди отчаяния. Не познавший горя не может оценить радости. Удачи мне. Это мой почерк. Да, правда? Значит, существует другой мир, где другой я стремится к моей мечте. Спасибо, но я не могу принять это. Мне кажется, я не имею права читать ее сейчас. Когда-нибудь я тоже напишу книгу поэм. Так что подожди, ладно? Когда моя книга будет закончена, я подарю тебе мой первый экземпляр. Когда придет время, положи ее рядом с ней. Спасибо большое. Я не знаю, пригодится ли тебе она, но я хочу, чтобы ты взял ее. Серж получил радужную ракушку. Я слышал, это классная штука. Это она должна быть у нас, получается, в материалах для создания предметов. Вот она, известная радужная ракушка, базовый материал для ковки снаряжения. Так, ну, когда-нибудь я тоже напишу книгу. Я подарю тебе свой первый экземпляр. Я не знаю, когда это будет, но когда наступит время. Да, окей. Так, получив одну радужную ракушку, вы скажите, могу ли я сейчас что-то хорошее с ней сделать? Эта ракушка нам не дается до сих пор. Ну,
как ты тут? Еще раз акулий зуб. Хочешь? Так ты говоришь, есть еще другой, я рыбак. Да просто смешно, что ты пытаешься показать. Доказать, показывая мне этот амулет. Вот эта черепушка. Ты почувствовал ауру долголетия от кошки ауры? Не. Ты получил священный эликару от кошки Лики? Нет. Луч света от кошки Лазери? Нет. Так. Возвращаемся в тот мир. Нужно будет прогуляться по локациям, в том числе по Термине, и отвезти Грека домой. Ну а потом особняк Вайпера и болото Гидры, друзья. Все это ждет вас в следующей части. Но насчет болот Гидры не знаю, как мы там задержимся в особняке Вайпера, посмотрим. Но планы у нас намечены. Я вас жду в следующей части Хронокросс. И друзей приводите, они непременно скажут вам спасибо. We'll be right back.